Уже в седьмой раз конкурс профмастерства управления главного энергетика объединяет тех работников комбината, которые не только готовы подтвердить свою квалификацию, но и развивать свои навыки. В этом году проверили свои силы более 50 сотрудников. Комиссия рассматривала не только то, насколько быстро и успешно человек выполняет практическое задание, но и каким объемом теоретических знаний он обладает, как следует стандартам охраны труда и промышленной безопасности. Весь этот комплекс компетенций требует регулярных тренировок и основательной подготовки. Конкурс – это, конечно, серьезная движущая сила в развитии, потому что человек, как бы накопив опыта, хорошо работает, и не всегда его видят. А вот конкурс позволяет ему выдвинуться, показать, кто он такой, заявить о себе и продвигаться дальше, как по профессиональной лестнице, так и по карьерной. Конкурсная комиссия отметила высокий уровень участников, а также активность молодежи комбината. В этом году категория до 30 лет оказалась самой массовой по всем трем профессиям. В номинации «Лучший слесарь-ремонтник» в этой возрастной группе первое место занял Сергей Шестаков из электросталеплавильного цеха. У электромонтеров больше всего баллов заработал Евгений Перевозчиков из цеха отделки проката. А Михаил Ивановский – лидер среди молодых электрогазосварщиков. Участвовал уже второй раз в 2015 году, занимал третье место, 1,5 балла не хватило до первого. Вот год был передышка и снова попробовал себя в новых силах. И получилось первое место. В категории старше 30 лет лучшим слесарем-ремонтником стал Алексей Федотов из электроэнергоремонтного цеха. Среди опытных электромонтеров первым признали Александра Черкашина. Представитель энергоцеха Владимир Башков – лидер среди электрогазосварщиков. Победители и призеры конкурса получили заслуженные звания чемпионов профмастерства и солидные денежные вознаграждения. А профсоюзный комитет комбината принял решение поощрить премией обладателей 4-х и 5-х мест. Каждый участник получил именной сертификат, а также приглашение попробовать свои силы и показать высокий класс в следующем году.